Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, добро пожаловать в Майнкрафт, а точнее продолжение прохождения карты, которая называется «Как спасти мир от нападения воздушных шариков». Ребята, вы большущие молодцы, потому что на предыдущей серии мы набрали 4000 лайков, за это вам огромное спасибо. Я вижу то, что вы хотите больше новых серий, поэтому, ребята, я для вас их и выпускаю. Но не забываем, если мы сможем набрать много лайков на вот этой серии, то еще одна новая серия, где мы будем играть на сандбоксе, выйдет еще быстрее. 2500 лайков набираем, чем быстрее мы это сможем сделать, тем быстрее выйдет новая серия, ребята, не ленитесь. Также я вас всех приглашаю подписаться на мой канал, потому что каждый подписчик для меня как друг. Я буду очень сильно рад, если ты вступишь в нашу большую дружную семью подписчиков. Потратьте на меня всего лишь 2 секунды. Одну на лайк, одну на подписку. За это я вам скажу большущее спасибо. Также выпущу для вас новое видео как можно быстрее. Но, ребята, мы больше не будем тянуть и будем сразу же приступать к самому видео. Ну что, ребята, сегодня мы будем испытывать финальную карту. Это уровень нереально какой сложный. То есть, как вы видите, первая карта у нас была в равнине. Легкая сложность. Вторая карта у нас была ледяная. Средняя сложность. И последняя карта у нас в аду, где сложность... Аллилуйя, какая сложная. Сложность сложная, прям масло масляное. Но все же, ребята, мы будем же сразу начинать. Я вам не даю гарантии то, что мы сможем выиграть. Я вам не даю гарантии, потому что это сложно. Офигеть как. Но все же я буду... Охренеть, то есть еще даже, я еще даже, дай мне выбраться! Охренеть, ладно, откуда они вообще будут вылетать, откуда они будут, и куда они будут залетать? Они отсюда, да, будут вылетать, как я даже не знаю, если честно, откуда они будут. Ребята, откуда они будут, да, прекращай уже гореть, откуда они будут вылетать? Отсюда, наверное. А фиг его знает, если честно. Ну ладно, ребята, давайте мы будем приступать, потому что... давайте посмотрим. Да, отсюда. Ребята, нужно справиться. Я не скажу то, что я смогу это сделать, но все же я хотя бы постараюсь. Потому что это действительно очень важно. Да, убейте вот эту фигню. Убейте вот эту фигню, пожалуйста. Да, замечательно. Ну, почти он уже смог пройти мимо вот этой бибизяны, ребята. Ставьте лайки, пишите в комментарии, помните ли вы, что такое бибизяна и почему я ее начал так называть. И, в принципе, это реально прикольное имя. Ну, ребята, давайте мы будем продолжать. Я не скажу то, что я смогу справиться с этим, но я хотя бы постараюсь. Какая у нас сложность была карты? Я не помню, если честно. Не помню, да и не важно, мы, ребята, будем продолжать. Знаете что, если я в этой серии не смогу справиться, значит, в следующей серии я буду испытывать другую тактику. Мы давайте создадим какое-то видео, которое будет называться, допустим, топ-5 тактик в Майнкрафте, как спасти мир от нападения воздушных шариков. Потому что, мне кажется, это будет интересно, мы будем пробовать разные тактики. То есть, что я имею в виду? В первой тактике мы будем ставить много вот этих орудий, много вот этих пушек. В следующей тактике мы будем ставить много вот этих бибизянок. Еще в следующей тактике мы будем ставить, допустим, очень много шипов. Как видите, сейчас она офигенно справляется. Сейчас она офигенно справляется, потому что, как вы видите... я не могу пока что еще поставить. Нет, нет, не хочу я выйти, не хочу я выйти. А как вы видите, то, что она сейчас даже не лагает, и очень быстро и очень много за один раз валит вот этих воздушных шариков. Посмотрим, что она вообще сможет сделать, вот эта пушкенция. Я, если честно, не знаю, есть ли смысл держать вот эту бибизяну тут на выход, точнее на входе, потому что мне кажется, как мне советовал один подписчик, я помню, то что лучше всего на входе держать кучу вот этих пушек, вот этих орудий, и только потом дальше где-то на середине карты ставить много бибизян и много шипов, потому что они реально будут полезные. Но все же, ребята, мы сюда сейчас поставим еще одну пушку, потому что это действительно будет очень даже полезно. Как вы помните, хаос, прям ад, начинается после 16 уровня. На 16 уровне там столько вот этих летающих шаров будет вылетать, то что там можно просто-напросто будет сойти с ума. Поэтому нужно потом сюда шипы поставить, сюда шипы поставить. И везде, где только возможно, поставить шипы, потому что жопа нам будет, ребята. Будет нам жопа, если мы не сможем справиться с этим. До 16 уровня мы еще как-то сможем протянуть, я надеюсь, потому что, как видите, уже зеленые даже начали выходить отсюда. И синие, и зеленые. Сейчас мы заапгрейдим вот эту бибизяну. Мне кажется, и лучше бы ее было поставить... Лучше бы ее было поставить куда-то вот сюда, хотя, в принципе, она и тут нормально справится, пускай тут стоит. Вот нужно накопить сразу же на морозилку, потому что она тоже очень полезная, и нужно будет на нее подкопить...
и поставить где-то вот тут можно будет поставить. Можно будет поставить, допустим, где-то вот тут, или даже вот тут, или может вот тут, и еще на входе. Короче, поставить как можно больше, чтобы они просто-напросто справлялись с чем лучше. Давайте, ребята, приступаем сразу к следующему раунду. Это уже 8-й раунд. В принципе, как видите, уже очень много зеленых пошло. Нужно сейчас будет себе подкопить в первую очередь, мне кажется, на морозилку. Потому что морозилка будет играть большущую роль, ребята, большущую. Кстати, кто уже прошел эту карту? Ребята, напишите, пожалуйста, в комментарии, смогли ли вы пройти все уровни. То есть, смогли ли вы пройти равнину, ледяной уровень и вот этот адский уровень в аду. Еще раз, масло масляное. Но все же, ребята, смогли ли вы пройти? Потому что это реально сложно. Мне интересно, что будет на сандбоксе. То есть, хотите ли вы, чтобы мы вообще на нем поиграли? Мне кажется, это реально будет очень даже интересно. О, стоп, 100 баксов. Баблёна пошла, баблёна, ставим вот сюда и пускай оно будет там стоять. Мне кажется, то, что... Я не скажу то, что оно прям... Оно замораживает вообще что-то. Мне кажется, оно просто-напросто не успевает даже замораживать. 40. Охренеть, я просрал кучу. Я просрал 60, извиняюсь, ребят, за выражение, но все же, мне кажется, то, что я реально просрал 60 баксов. Да, из-за этой морозилки. Это не очень круто, но все же. Пускай, да, замечательно. Это все тут будет. Вот это поставим вот сюда. И шипы мы поставим вот сюда. 11 уровень, ребята. Вот сейчас будет начинаться ад. Уже пошли розовые. Розовые — это очень плохо. Очень плохо. 100 баксов. Нам нужно 100 баблоны, чтобы поставить шипы. Ну, да, вот тут, вот я сразу же замечаю, ребята, морозилка тут делает свою работу. Почему-то тут она не работает. Может, знаете, шарики еще просто-напросто не успевают вылетать, поэтому морозилка не успевает прогрузиться, мол, а может мне кого-то нужно заморозить? А нет, то есть вот такие у нее прибамбасы в башке. Поэтому нужно ее поставить немного дальше. Вот, ребята, мы накопили баблону и можем поставить сюда шипы за 75 баксов. Замечательно. 3 уровня осталось. 3 или 2, я не помню на каком. На каком начинается вот этот хаос. Но мартышку бы заапгрейдить было бы реально круто. Было бы реально круто. Еще бы, знаете, даже поставить одну вот сюда куда-то. Одну мартышку поставить или вот сюда. Вот, допустим, или вот сюда. А в принципе, мне кажется, да, можно даже вот сюда поставить. Хотя тут можно шипы поставить, шипы тут будут справляться очень даже отлично. Можно вот сюда поставить еще одну. Как вы думаете, ребята, будет ли тут нормально? Будет ли тут нормально? Или сюда, или сюда. Тут будет терминатор. Мне кажется, тут можно или терминатора поставить, или еще одну вот эту. Да, мне кажется, это будет круто. Давайте посмотрим. Она тут, в принципе, будет справляться, а бибизяну можно поставить вот сюда, потому что она и тут будет справляться, плюс тому. И можно еще... Да, и она сюда даже будет стрелять. Сколько у нее там радиуса? Ох, как вы видите, уже, ребята, уже. Вот сюда. Вот так. То есть, как видите, они уже начали пролетать. Ты вообще можешь стрельнуть куда-то? Ну, стрельни ты уже куда-то, зараза. Я смогу тебя продать за 25. В принципе, не так-то много теряю. Но, как вы видите, в 15 уровне у нас уже начинаются проблемки. И это не очень круто. Это, если честно, вообще не круто. Куда бы поставить бибизяну, ребята? Спрашивайте, помогайте. Потому что я не знаю, может сюда поставить. Вот так. Да поставься ты, а, пожалуйста. 30 и сразу же 50. Апгрейдим. Вот сейчас, мне кажется, начнется прям реальный хаос. Вот именно сейчас, потому что это 15, это 16 уровень. Да, пошли. Ух ты. Пошли черные. Это хреновенько. Вот. Ну, как вам сказать? То есть при... Оу, затащили! Это какой... А, ты третий уровень. Вот я думаю, почему ты так тащишь. Ладно. Выпускаем новых монстров. Вот так сразу же апгрейдим на всякий случай. Да, вот видите, он сюда даже будет стрелять. Вот эта бибизяна даже туда будет стрелять. Поэтому она может даже нас спасти в кое-каком случае. Вот это очень хреново. Это очень хреново. Хреново. Я еще раз повторюсь, хреново. Вот так. Хреново. Нужно реально, ребята, какой-то делать топ-5. Нужно делать топ-5, потому что вы видите то, что это жопа начинается. После 15 уровня начинается реальный какой-то хардкор, и, в принципе, я даже ничего не могу сделать, потому что это жопа. Полнейшая жопенция нафиг.
Вот видите, офигеть, так сколько же вас тут пролетает? Жопа ж пионерская, офигеть! Ребята, мне тут... Что мне сейчас сделать? И что мне делать? Вот так. Я даже тебя заапгрейдить не могу. Офигеть. Офигеть! За один уровень мы столько... Сколько мы прокакали за один уровень? Офигеть! Ребят, за два уровня мы прокакали... Сколько? 50 жизней. Да, 50 жизней. Можно сказать, 50 жизней. Хреново. Хреново, потому что хреново. Я не знаю, ребята, нужно что-то делать, нужно менять тактику. Вот сюда можно поставить еще одну вот эту. Вот так. Будем надеяться, то, что это будет работать. Во, замечательно. Это в какой-то степени сработало. Ребята, будем, значит, много вот этих пушкенций ставить, потому что они реально помогают, мне так кажется. Если на старте вот прям кучу их поставить, они реально будут помогать. Ну, это лично мое мнение, но вот это можно заапгрейдить. Вот так. Давай, стреляй. Да? Куда ты в жопу стреляешь? Шарик тут, а ты куда-то, не знаю, в космос его запускаешь свой... О, вот сюда. Вот сюда. Сюда стреляй! Ну, в принципе, не скажу то, что прям супер-пупер, но все же. Сюда можно морозилку будет сейчас поставить, если у нас, конечно, хватит бабла. Вот, ребята, пошли уже металлические. Металлические в 21 уровне, как обычно. Ну, стрельни ты уже куда-то. Вот, замечательно. Давайте еще один уровень и сюда поставим морозилку еще одну. Или сюда, или сюда. Это работает вот сюда. Да, это сюда работает. А если мы сюда поставим, то тут она еще будет лучше работать, как мне кажется. Да, мне так кажется, да? Давайте еще вот это забабахайте. Ну стрельни ты уже куда-то, зараза ты, а? Ну куда же ты стреляешь нафиг? Я, если честно, вообще не понимаю этой логики. Вот, 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 замечательно. И вот это ты 100% убьешь, поэтому замечательно. Сюда мы поставим еще одну морозилочку. А, о, это вообще круто, потому что она будет морозить и вот тут, и вот тут. Оу, oh, yeah. А мне кажется, было бы еще круче, если бы мы поставили ее вот сюда, потому что она бы так и морозит. Ух ты, это еще, походу, лучшая идея. Вот смотрите, ребята, мы, конечно, просрем немного бабла, но все же, смотрите. Она будет сейчас морозить и вот тут, и вот тут, и вот тут. А сюда мы поставим шипы, которые будут бить и сюда, и сюда, и сюда, и сюда. В принципе, нормально, в принципе, нормально. Сейчас бы, знаете, еще улучшить вот эти пушечки, сколько там, 150, да, 150-очка. Поэтому постараемся. Не так-то много у нас, если честно, бабла и не так-то много у нас жизней. Поэтому будем стараться что-то сделать. Ну, стрельни ты уже, пожалуйста, вот, замечательно. Сейчас вот это бы еще убить. Давайте, 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 давайте. Во, круто. И баблона даже у нас есть, поэтому мы можем улучшить вот это за 150-очку. Да. Сейчас бы еще на терминатора насобирать 500 баксов. Офигеть, дорогой терминатор, но он бы, если честно, очень даже нам помог. Давай, стреляй, 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 потому что сейчас офигеть, как много вот этих металлических пошло. Это, если честно, вообще не круто. Вообще не круто. Вот, сюда. Да. Эх, ты ж нифига себе, сколько вас тут начало проходить. Ну, в принципе, может они справятся? Может. В этом-то и суть. Может. Ну стрельни ты сюда, ну куда ты в космос стреляешь, а? Куда ты в космос стреляешь? Да, не скажу то, что справился замечательно. Не скажу. 132, 131. Что-то нужно улучшать, но я, если честно, пока что не могу представить, что. Вот это может, шипы может нам помогут за 100 баксов. Может быть. Может быть, может быть. Давайте улучшим и посмотрим. Помогут ли они нам или нет. Мне кажется, даже морозилочку можно будет улучшить. Сколько стоит ее улучшение? 100 баксов. Тоже 100 баксов, поэтому если постараться, то можем сейчас, в принципе, даже и улучшить. Вот так. Да, замечательно. Может, она, если честно, даже нам и поможет. Во. Что, ребята, посмотрим. Посмотрим, что она сделает. Давайте, 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 ребят. Давайте, постарайтесь, постарайтесь, постарайтесь. Давай, 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 давай. И замечательно. И сразу же следующий раунд. Вот так. И вот тут можно морозилку еще улучшить. Вот так. Давай, морозилочка. А что она вообще улучшает? То есть, freeze duration, то есть, замораживает на дольше времени. Firing speed, то есть, быстрее перезарядка. И также range block на 1. Посмотрим. Посмотрим, ребята. Ух ты, вот тут уже жопа начинается. Тут уже, если честно, жопа начинается.
Тут, в принципе, еще одну даже мартышку можно поставить. Было бы круто. Или даже вот тут поставить. Допустим, вот... Вот, да поставься ты. Вот так. Вот так. Да. А, во, замечательно. Ну, 128, не скажу то, что много, но все же. Ладно, давайте, ребята, начинаем. Сейчас я вот это улучшу, если у нас, конечно, хватит бабла. Пожалуйста. Или даже вот это. Тут, мне кажется, получше будет. Давай, давай, давай. Вот так. Замечательно. Стреляй. И... Мартышка, ты справишься? Мартышка, пожалуйста, справься. Ну, в принципе, да, она справится, потому что еще тут есть защита, поэтому нормально. Нормально, ребята. Справится. Да, и замечательно. Так, ты прям супер молодчина. Сейчас вот это улучшить, чем быстрее. Давай, давай, давай. 14 баксов, не скажу, что то, что много. Давай, 2 бакса. Вот так, замечательно. Фух. Сейчас шипы улучшим. Вот сюда поставим еще одни шипы. Или куда-то вот сюда. Ух ты, ни хрена себе, сколько вас там поперло. Сколько вас там поперло. Вот сюда можно поставить еще одну. Давай, стреляй. Да, попал, замечательно, попал. А, сейчас. Много начало пролетать, офигеть как много. Это вообще не круто. Вообще не круто. Ну, в принципе, сделать мы тоже ничего не можем. Так ведь? Так ведь, сюда еще можно шипы поставить. Или... Да. Не скажу то, что офигенно, потому что много мы просрали в этом раунде. Тут у нас... Это какой уровень? Это второй уровень? Это первый уровень? Ага, значит, это лучше бы улучшить. Вот так, да? Да, замечательно. Ну что, ребята, начинаем сразу же следующий уровень. Это у нас третий. Сейчас бы шипы улучшить за 100 баксов. Было бы вообще зашибись, если честно. Или сюда еще одни поставить. Вот, вот так. Сюда бы еще одни поставить, мне кажется, было бы вообще зашибись. Вот так, замечательно. А, давай, давай, тащи, 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 тащи. Вот, замечательно. Стреляй. Ну попади ты куда-то нафиг. Вот, 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 замечательно. Фу, да, 30 уровень. Сейчас, если честно, жопа да начнется, офигеть какая, потому что сейчас реально будет все сложно. В принципе, уже сложно, можно сказать, сейчас вообще будет. 250, нифига себе, а вот это, да, вот это улучшим. Давай, давай, давай. Ну, стрельни ты уже куда-то нафиг. Ну, пожалуйста. Офигеть, что-то мне кажется, то что сейчас до жопа тут начнется. Ух ты ж, пожалуйста, убейте, ну, 3 зебры, ребята, 3 зебры и один, офигеть. Офигеть. Вот сюда. Да, я даже улучшить не могу. Нет, я не вот это хотел поставить, я не вот это хотел поставить, я хотел обезьяну поставить. Вот так. Хреново, потому что на 31 уровне мы уже имеем 85 жизней. Это очень плохо. Очень-очень плохо. Может побольше обезьян поставить? Как вы думаете, ребята? Вот сюда одну поставить, допустим. Давайте сейчас начнем уровень. Начинаем. О, пошли дирижабли. Пошли дирижабли. Сюда сейчас улучшим за 50, если сможем насобирать быстренько. Давай. Охренеть просто. Да. Не скажу то, что круто мы начали эту игру. Потому что, как видите, тут просто жопа, если честно. Просто жопа, если честно. Тут пошли офигеть, какие вот эти все сильные. И вряд ли я смогу пройти с первого раза вот эту карту. Я, ребята, прошу прощения, но это реально уже очень сложно пошло. Поэтому вряд ли я могу с этим справиться. Как бы нам этого не хотелось. Но все же, сюда я могу, допустим, еще одну вот эту поставить на всякий случай. Может, я смогу справиться, если вот сейчас это выстрелит куда-то. Ух ты же, охренеть. Так мы уже в 32 уровне сейчас проиграем. Охренеть просто. И как мне пройти эту карту, если... Все? Все? В принципе, ребята, мне кажется, давайте попробуем еще одну тактику, давайте какую-то другую. Может побольше обезьян поставить, хотя на начале больше всего что-то делает это вот эта махина, то есть... Сейчас, давайте я поставлю обезьяну куда-то. Давайте я поставлю вот это сюда. Вот, вот так, да? Это сюда, и обезьяну,
Вот куда-то вот сюда. Вот так. Так и вот так. Замечательно. Потому что мне кажется, больше всего на начале помогает вот это. То есть на начале нужно поставить офигеть как много пушек. Вот у меня есть такой вариант. На начале поставить офигеть как много пушек. Потому что они реально делают работу. Поставить много пушек. И также потом дальше, допустим, где-то вот тут, заставить это все обезьянами и шипами. Потому что пушки перебьют вот это все на начале, а потом обезьяны и шипы попробуют уничтожить вот это все тут. Мне кажется, это намного лучшая идея, и мне кажется, это действительно будет очень даже круто. Но все же эту обезьяну нужно будет сейчас улучшить. 5-й уровень, пока что все нормально, еще ни один шарик не успел сюда пройти и пробраться через нашу оборону. Вернемся в 10-м уровне, посмотрим, что там будет. Ну что, ребята, смотрим. Пока что еще никто не смог пробраться, но уже несколько шариков добралось вот сюда. Я тут ставил обезьяны и потом сразу же их продавал. Посмотрим, ребята, что может случиться сейчас, потому что, в принципе, сейчас уже будет начинаться 15-й уровень, а в 15-м уровне... Офигеть, какая жопа. А если честно, бабла у меня ноль. То есть я вообще не знаю, что мне ставить, куда мне ставить и кого мне ставить. Бабла у меня ноль, и в принципе я не знаю, смогу ли я вообще справиться. Будем надеяться то, что да. Я вот сейчас сюда еще поставлю вот эту одну, наверное, морозилку. Вот куда-то вот сюда. И сюда поставлю еще одну вот сюда. Давайте, ребята, я сразу же поставлю морозилку. Вот так, да? Вот так, поставлю морозилку. Ну, в принципе, как вы видите, в принципе, уже очень плохо, потому что сюда поставим одну и сюда поставим одну, потом сразу же ее продадим. Вот так. Давай, стрельни! Вот, замечательно. Фу. Ох, офигеть, сейчас уже, в принципе, будет начинаться одни из самых сложных уровней. Посмотрим. 15-й уровень, сейчас, мне кажется, жопа да начнется нереально какая. В принципе, вот сюда я сразу же поставлю... Ай, дай мне поставить вот эту пушку. Замечательно, вот так. Она уже что-то тут да сможет сделать. Посмотрим, конечно, что. Вот сейчас 16 уровней. 16 уровней. Не 16 уровней, а 16 уровень. И это, если честно, будет очень сложно. Потому что уже пошли черные. И никто по ним вообще просто-напросто даже не может попасть нафиг. Я не знаю почему. Да стрельни ты уже! Почему они пролетают и даже никто в них не стреляет? Да вы с ума сошли нафиг? Почему в них никто не стреляет? Мне, вот это меня интересует, если честно. Вот мне кажется, главная проблема этой карты, то что тут есть нереально какие лаги. И из-за этих лагов, то есть из-за этих лагов возникает много проблем, и я не могу их решить. Потому что, как вы видите, когда появляются шарики, которые уже, ну, когда их много появляется, они начинают вызывать лаги, то почему-то, вот видите, они пролетают, и вот эта хрень даже не стреляет. Она просто смотрит, как они там пролетают. Это, если честно, очень бесит, очень. Потому что, ну, по сути, я ничего не могу сделать. Они просто пролетают, и все. Я ничего не могу сделать, поэтому, ребята, я, в принципе, еще попробую вот этот раз пройти. Если не получится, то вряд ли я буду дальше проходить, потому что из-за лагов это очень сложно играть. Как видите, большинство случаев и большинство... хрени, из-за которых я не могу пройти, это лаги. Поэтому я не знаю, ребята, честно. На 18 уровне у меня уже минус 100 жизней. 107 жизней на 18 уровне. Это очень плохо. Вряд ли я смогу что-то тут сделать. 21 уровень. Пошли металлические летающие шары. Посмотрим, ребята, посмотрим, что вообще тут сможет произойти. Ну, в принципе, мне... Знаете, что мне кажется? То, что вот эти шипы, они очень хорошо работают против черных шариков. А черные шарики, они очень бесячие, то есть... Офигеть, какие они бесячие, поэтому мне кажется, то, что черные шарики не любят шипы. Поэтому будем мы ставить шипы как можно больше. Они, если честно, мне кажется, будут помогать. Посмотрим, ребята, что произойдет и сможем мы вообще пройти этот уровень. Если честно, мне кажется, то, что вряд ли, но все же будем надеяться на лучшее. А, посмотрим, ребята, вот это, сейчас, да, вот это убили, куча черных пошла, если честно, это очень плохо. Но все же, если шипы сделают свою работу, да, как видите, они что-то там да сделали. Ох, в принципе, даже очень круто, посмотрим, ребята, что будет дальше. Офигеть, этот уровень, это прям жопа. Столько уже металлических шаров, и это 24 уровень. Если честно, даже не знаю, смогу ли я справиться. Первый уровень, вот эту хрень бы сейчас еще улучшить, было бы вообще круто. Давайте, давайте, дайте мне 100 баблоны, пожалуйста. И не пролетайте.
Пожалуйста, не пролетайте. Не-не-не-не-не. Вот, замечательно. 100 баблоны, замечательно. Сейчас еще бы вот это улучшить. Это какую? Это уже второй уровень. Ну, в принципе, улучшить бы не помешало, если честно, потому что тут уже офигеть, сколько черных пролетает. Офигеть, если честно, сколько. Да. Не круто. 65 жизней. Охренеть. Это самая сложная карта. И у меня, если честно, на этот вариант вообще нету никакой тактики. Потому что я не представляю, как мне вот это пройти. Вот сюда можно поставить. А вот это. Шипы. Замечательно. Шипы еще, в принципе, можно даже вот сюда поставить. Да. Стреляй. 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 Ну, стрельни ты уже куда-то, а, пожалуйста. Шипы вот сюда еще можно поставить, но вряд ли у меня бабла хватит. Вот видите, после 25 уровня уже начинаются адские лаги. Прям адские. Я не знаю, смогу ли я с ними вообще справиться, потому что хрен его знает. Честно, хрен его знает, ребята. Вот сюда давайте мы еще одну мартышку поставим. Вот сюда. Да, и сразу же ее улучшим. Посмотрим, что она сможет сделать. Стрельни ты уже, замечательно. Посмотрим, ребята. Зебры, как я ненавижу зебр. Они офигеть какие сильные. Я не знаю, смогу ли я вообще с ними справиться. Сюда бы еще одни шипы поставить. Пожалуйста, вот так, замечательно. Посмотрим, посмотрим, что они смогут сделать. Ну, тебе уже хана, в принципе, пришла. Можешь уже сдаваться. Да, если бы они еще попадались с первого раза, было бы вообще офигенно. Ну что, ребята, приступаем к следующему уровню. Ух, зебры металлические, черные. Это вообще жопа, если честно. Я сейчас тут еще поставлю вот шипы, вот так. В принципе, мне кажется, они будут помогать. А не смогу ли я удалить? Вот сейчас мне нужно бы это 70. А я, ну, в принципе, нормально. Вот сюда поставлю, вот так. Да, в принципе, тут будет нормально. Давайте, справляйтесь, справляйтесь, ребята. Вот тут, конечно, черный топает. Если я сюда поставлю... Ну, в принципе, да, вот... В принципе, справились, да. Вот это можно удалить, потому что я поставлю куда-то лучше в другое место. Допустим, куда-то вот сюда. Или даже улучшу одну из вот этих хреней. Да. Вот так я поставил еще одно вот это орудие. Может, оно мне поможет. Я хотя бы хочу надеяться, что оно мне поможет. Тут пролетает тут куча черных шаров. И, если честно, вот эти шипы даже нифига не попадают. Вот есть у меня такое ощущение. Не то, что не попадают, а не помогают даже. Вот сюда поставим, на всякий случай, может, поможет. Да, и... Пожалуйста, 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 вот сейчас черные. Во, замечательно, замечательно, ребята, приступаем к следующему уровню. Офигеть, какую я тут оборону уже наставил. Ну, почему-то у меня есть такое ощущение, что она вообще нифига не помогает. Ладно, вот эту можно улучшить на второй уровень, потому что она тут офигеть, как хорошо стоит. Ух ты, 30 уровень, это уже дирижабли. Это очень плохо. Это очень плохо, потому что не только дирижабли, а еще и зебры. А мартышка вообще что-то делает в этой жизни, или она просто стоит и наблюдает? Так же, как и эти шипы бестолковые, бесполезные нафиг. Посмотрим. Посмотрим, что они вообще будут делать, и смогу ли я вообще хотя бы вот этот уровень пройти. А... Ну, как вам сказать... Вот этих я убью, а вот этих убил. Замечательно. Приступаем к следующему уровню. Ну, в принципе, можно еще даже вот это улучшить. Вот так. Приступаем, ребята. Посмотрим. Посмотрим, что вот эти два орудия смогут сделать. Будут ли они вообще что-то выносить. Мне, если честно, нужно терминатора. Давно я не покупал терминатора, и он, если честно, очень даже полезен. Я не знаю, не скажу то, что он офигеть как много работы делает, но хотя бы что-то да сделает. Хотя бы что-то. Давайте, ребята, стреляйте, 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 давайте, 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 делайте свою работу, пожалуйста. Это 31 уровень, у меня осталось только 60 жизней. Если хотя бы еще вот такая шайка сможет пройти через наши блокпосты, дайте мне выбраться. То, если честно, мне жопа, и я опять не смогу пройти. Вот сколько тут нафиг вот этих зебр. Офигеть. А зебр вылезает еще 35 зебр, а с 35 зебр вылезает еще 300 черных шариков. С 300 черных шариков вылезает 500 белых, с белых 500. Офигеть. Хреново. Хреново, потому что хреново очень. Да. Я... Да прекращай ты уже гореть, а! Жопа ты с литром бензина. 42. Да. Что бы нам улучшить? Может, вот это поможет? Это какой уровень, и вот это какой уровень. Вот так.
Посмотрим, что это сделает и вообще будет ли какой-то от этого результат. Давайте, давайте, это я улучшил, да, это я улучшил, а вот это первый уровень и вот это первый уровень. Посмотрим, ребята, что вообще эта хрень сможет сделать. Мне, если честно, кажется, вообще ничего, и вот эти все зебры, и вот эти все черные сейчас просто-напросто туда пробегут, и вряд ли я вообще смогу что-то сделать. Вот есть у меня такое ощущение. У вас нету? У меня, если честно, есть. Вот сюда бы еще... Сюда, вот, да. Ребята... Пожалуйста, ну сделайте хотя бы что-нибудь. Вот, вот так. Я не знаю, сможет ли вообще сделать что-то эта мартышка. Мне так кажется, что нет. Ну, будем надеяться на лучшее, потому что у меня только осталось 40 жизней. И я не знаю, есть ли смысл мне надеяться. Да убей ты вот эту синюю хрень, а! Офигеть, он жопу развернул и смотрит в другую сторону. Да. Да. Я не знаю, ребята, какая тактика нужна для вот этой игры, но вот эта последняя карта, это жопа. Это просто жопа. Я дохожу до 30 какого-то там уровня, я, если честно, проигрываю. Ладно, давайте мы не будем тянуть, давайте на этом уже будем заканчивать. В этой серии я прошел, хотя бы попробовал пройти 2 раза. Поэтому, ребята, если вы хотите видеть новую серию как можно быстрее, не забываем ставить лайки, потому что чем быстрее мы наберем 2500 лайков, тем быстрее выйдет новая серия. В следующей серии я буду играть в сандбоксе, где я порву всем жопы вот этим молокососом и плюс тому... А в сандбоксе будет, мне кажется, офигеть как много лага, потому что у нас там будет бесконечное бабло на бесконечной бибизянке и много других пушек и всяких припасов и орудий в том числе. Поэтому, ребята, еще раз скажу, 2500 лайков, выходит новая серия. Также я всех вас приглашаю вступить в большую дружную семью подписчиков. Все, что вам нужно, это просто-напросто подписаться на мой канал. Я буду очень сильно этому рад, потому что каждый подписчик для меня как друг. Поэтому, ребята, не поленитесь потратить, точнее, на меня всего лишь 2 секунды. Одну секунду, чтобы поставить лайк, одну секунду, чтобы подписаться на канал. Я еще раз вам скажу большое спасибо за то, что мы на предыдущей серии вот с прохождением этой карты набрали целых 4000 лайков. Вы реально крутые, и это очень офигеть как круто. Я еще раз повторюсь. Поэтому, ребята, если мы сможем набрать на вот этой карте, я также вам скажу большое спасибо еще раз. Ты большой молодец, если ты досмотрел вот это видео до конца, потому что не каждый досматривает, многие перематывают, многие выключают, кто досмотрел. Я, ребята, вам всем жму руку и прям выражаю вам свою благодарность и также свое уважение. Не расстраиваемся то, что видео заканчивается, потому что мы встретимся в следующем видео, и когда оно выйдет, зависит только от вас, ребята. Да! Всегда приходите смотреть новые видео, они выходят каждый день, я вас всегда жду, поэтому, ребята, не ленитесь. Я еще раз вам скажу большое спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.